Победителей определяют с помощью лототрона. За процессом внимательно следят независимые наблюдатели. Главная задача – обеспечить максимальную честность и прозрачность процедуры. Такой розыгрыш среди охотников Курской области проводится впервые. Раньше разрешение на отстрел копытных выдавали в порядке живой очереди. Именно этот розыгрыш считается самым честным на данный момент. И многие охотники это поддерживают. То, что есть у каждого охотника возможность получить лицензию, вне зависимости от своих ранга или положения в обществе. По итогам лотереи разрешение на добычу косуль получили 79 охотников. Результаты можно узнать на официальном сайте администрации Курской области и Комитета природных ресурсов. В течение 5 рабочих дней победитель обращается в комитет с оплатой и охотничьим билетом, оставляет заявление на получение разрешения и получает разрешение. И в дальнейшем может производить уже охоту. Государственная пошлина составляет 650 рублей, сбор за пользование взрослой косули составляет 450 рублей, косуля до года составляет 225 рублей. Охота на косулю начнется 1 октября и продлится до 10 января. Станислав Костиков, Алексей Еременко. События дня.